Друзья, продолжаем исследовать Валенсию. Сегодня отправляемся в Эмисферик. Это архитектурное сооружение в городе искусственном, которое имеет несколько целей. Прежде всего, он используется как кинотеатр в 3D или в формате IMAX. Во время концертов некоторых мероприятий они открываются и становятся платформой. Это очень зрелищно. Я обязательно покажу вам в нашем видео. Давайте отправимся сейчас в кинотеатр, узнаем, как это выглядит изнутри, сколько стоят билеты, и также дам другую полезную информацию. Вы можете приобрести билеты как онлайн, так и непосредственно уже на месте событий. Одно уточнение. Если вы хотите купить билет со скидкой по Карнет Ховен, то есть по удостоверению молодежи, то это можно сделать только лично. Скидка будет 15%. Пойдемте. На одного взрослого билет 8 евро 70 центов, со скидкой по Карнет Ховен 6 евро 70 центов. Если вы проголодались либо хотите освежиться, вы можете зайти в кафе. Для максимального эффекта присутствия зал сделан в форме сферы, иногда у вас даже может немножко кружиться голова. При входе вам дадут наушники. Когда вы их наденете, вы можете выбрать нужный язык трансляции, например, испанский либо английский, украинского и русского нет. Отличное место как для семейного досуга, так и для романтических встреч. Хотите быть в курсе интересных мест в Валенсии, подписывайтесь на наш канал How to Spain. Спасибо, что вы с нами.